Добрый день! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня я вам покажу браслеты в серебре 925 пробы от компании Эстет. Браслеты все есть в разных размерах. Так, давайте посмотрим первый. Очень нежный кружевной браслет. Звенья вот такие квадратики. Цепка очень прочная. Поближе видите. Очень хорошо, красиво сидит на руке. Вот такая вот у нас прелесть. Есть, повторюсь, разных размеров. Так что спрашивайте в комментариях, какой размер вам нужен. Следующий браслет. Вот такие вот восьмерки бесконечности с алмазной огранкой и просто полированное серебро. Он немного легче, чем предыдущий, но тем не менее очень красив. Также в разных размерах. Еще один полужесткий уже браслет. Здесь очень плотно между собой скреплены звенья, поэтому когда вы его оденете, он будет напоминать как жесткие браслеты, которые кольцом, видите? Тоже здесь алмазная огранка нанесена, серебро. Замок карабин. На всех стоят браслеты, которые пошире замки, карабинчики вот такие. Это более прочный замок, чем шпрингели. Он длинненький, поэтому завершает сам стиль браслета не круглым замком в конце, а карабином. Следующий у нас вот такой браслет листочками, какими-то лепесточками, также с алмазной огранкой. Такие вот нежные листики весенние. Вот такая красота. Следующие мои любимые цветы. В двух видах представлены, покрупнее и, вот видите, рядышком помельче. Под них у нас есть колье комплект, есть серьги, есть кольцо. Вот такая вот красотища с цветочками. На листочках здесь тоже алмазные грани, поэтому на солнышке будет переливаться и искрить. Вот такая вот красота. И еще один браслет, интересный очень, черепашки. Возможно, более молодежный, но тем не менее есть во всех размерах и на достаточно крупную руку, потому что черепашек любят все. Тем более, вот посмотрите, какие они милые и симпатичные. И еще один браслет коса. Здесь он получается у нас из четырех полосочек плетется. Более подвижный, видите, он не жесткой сцепкой. Полностью с алмазной гранкой. А гранкой, видите, как он у меня в руках переливается. Переплетенная косичка из четырех ленточек. Тоже бывает разных размеров. Такая вот поближе красота. Надеюсь, вам все понравилось. Пишите мне, оставляйте свои ответы и заказы в комментариях, а также можете посетить нашу группу ВКонтакте. До свидания.